Здравствуйте, дорогие подписчики и смотрящие мое видео. Сегодня я расскажу про души. Что такое вообще душа? Душа – это энергия, которая дается от Бога. Бог дает нам частичку себя и посылает нас на землю. Впоследствии мы приобретаем тело и живем до смерти. Дальше можно рассказать, какие души вообще существуют, в общем-то, и также, в принципе, могут приобрести души разные. У каждого человека разная душа, и некоторые души могут долго не родиться. Вот на этой картинке показана средняя душа. Что это значит? Это душа, которая может рождаться в любом чреве. То есть у любых людей, только не тех, которые могут достигнуть высшего или низшего уровня жизни. Что значит это высший уровень и низший уровень? Высший уровень – это которое приближение к божественности, которое ты много чего в себе можешь открыть. Ты, грубо говоря, практически ходячий бог, либо достигший огромнейших результатов. Но это не говорится то, что у тебя огромный интеллект или что-то подобное. Это значит выше интеллекта. То есть получается, что интеллект – это самый высший в низшем уровне жизни. Вот так. На этой картине мы видим высший уровень разума. То есть это высшая душа. И только достигшие люди высшей степени могут получить такого ребенка. И эта душа выбирает, что не связано со средним. Средняя душа никогда не выбирает. Она только попадает к тем людям, которые занимаются любовью, в общем-то говоря. А высший разум уже смотрит, кому ему достичь. Да, он бывает попадает и в средние уровни жизни. Это низшая душа. Низшая душа, она беспокойна. Если она долго не может попасть и найти своих родителей, то она становится злым духом. Почему низшая душа? Потому что, скорее всего, в прошлом жизнях она делала очень плохие вещи. И бывает то, что низшая душа тысячелетиями не может попасть, снова родиться. Но это дальше будет рассказано. А вот это злая душа. Злая душа становится низшей душа, как я и говорил ранее. Это уже становится...
злая душа становится низшая душа, которая долгое время не может попасть на землю. Почему она не попадает на землю и не попадает в тела? Потому что низшая душа, которая очень много вреда принесла на земле, очень бед, порой до убийства, множество душ погублено. Вот что значит эта злая душа. Если она тысячелетиями не может попасть в эту жизнь, она может и больше не попадать, потому что не появляется тех людей, которые живут на земле, чтобы родить эту душу. В общем-то, это краткий обзор про душ. Про души, которые я вам сегодня расскажу. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои видео.